tuntum ahian timor zofan investigation aneina kan en ho dona chumi ma chuan thumhat lem kan nei ve lokanga timor zof le dagos paranormal kan ti ang chi ho channel te hi tlang pui thu in copyright music an mang tlang pui thina heiwang hian ka channel lama po kan ti chuk tam theilu tuk lova copyright music an manawang hian monetization a apply thei thin lova chumi pia lama chuan engmaw thila rem kan tok palang ti te ka hlau thin do wangin karon ti chuak to ngai meu lova ma se tun tum chu in tan lio lio he video hi karon chhop chuaka khaile in en ho vele rim rim teang thlali liam ta khan timor zofian suam chirdup tui mun evil spirit ina a chen chil nia an hriat mun hi atlowa he mun hi kep chil mewin thil thleng chu lo lak fu ngai tumin a chuna zan chuan investigation chu aneya thil thlen to dan chu he tiang hian arun soya. Друзья, сегодня я приехал в одно из интереснейших мест. Когда-то давно было совершено убийство. Мужчина убил девушку и решил избавиться от тела, чтобы скрыть преступление. К телу он привязал мешок с камнями и утопил в болоте. В болоте, возле которого я сейчас нахожусь. Но, как он впоследствии рассказывал, он не смог это сохранить в тайне. Каждую ночь ему снилась эта девушка, точнее, ее гниющее, разлагающее тело. Убийца, мужчина, рассказывал, что утром у него появлялись мокрые следы в его квартире. Он не смог выдержать всего этого, признался полиции, все рассказал. Впоследствии говорят, что в тюрьме он сошел с ума и умер странной смертью. Странность заключалась в том, что он захлебнулся у себя в кровати. В его легких нашли много воды. С тех пор, друзья, люди говорят, что это болото проклято. Люди слышат крики, видят темные силуэты. А самое странное, что случилось после преступления, что здесь погибло уже два человека, а именно двое мужчин. Местные говорят, что здесь бродит призрак черной утопленницы. Говорят, что якобы она зазывает мужчин в болото, а после тянет их на самое дно. Я приехал сюда на некоторое время, чтобы разобраться в этой ситуации. Después de esto, Tim decide instalar su equipo de investigación en el pantano, como su walkie-talkie, además de su radio y su medidor electromagnético, para poder contactarse con la entidad. Сейчас собираюсь установить рацию, чтобы ночью попробовать наладить контакт. И не только рацию. Также я ложу сюда радионяню. Она будет передавать звуковой сигнал, если таковой будет, от этого прибора. Это электромагнитный измеритель. Если появятся магнитные волны, он мне так настроен, что издаст звук. Вот, радионяня этот звук передаст мне в палатку. Теперь главное аккуратно отплыть и не задеть приборы, чтобы они не выпали. Hetia he chirtu mun chan chin a soizo nu hian tim hian chirtu muna hian longchuan inkar phein walkie talkie radio le electromagnetic meter te chu helai muna hian da in tharau sol omnia an soi chu biak po ngei chu atuma aman ruate a en fia zo nu chuan mut zok chu atuma engamaw chen amut nu chuan tharman imaizar chuan thil chu lo la fu in tim chu en fia tur chuan arun tho chuka Что-то есть возле рации, тепловизор направлен немного не туда. Так, радио надо отключить, она мешает
работать. Дух этого болота. Ты меня слышишь? Если меня кто-нибудь слышит. Духи на этом болоте, вы можете ответить мне? Как будто бы рядом что-то булькает. Брызги. Чёрт, нужно включить свет. Слышали? Снова какой-то вой. Вот сейчас на болоте был. Друзья, довольно-таки странно. Как только я подхожу к болоту, ничего не слышно. Ни сигнала электромагнитника, ни звуков, ни брызгов. Атармал камера кан, михин ни ом такчу, алаула фугней мая, пон лама чун чуа, томте авангай чангчу, алауре ле чуап лойсия. Chuan pon in lama bok chuan let le in he thil hi arun theng le a duh этого болота ты мне можешь ответить чёрт вы сейчас видели чёрт сейчас что-то то ли прошло то ли прилетело. Даже не знаю, от всего этого разболелась голова. Стало как-то не по себе, я бы даже сказал. Стало страшно, словно какая-то паническая атака сейчас, я не знаю. И странная такая мысль, какое-то желание пойти спрятаться в болото. Прям чувствуется какая-то давящая атмосфера. Ты можешь поговорить со мной? Черт. Оно здесь. Оно словно смотрит на меня. Как будто бы знает, что я его вижу. Будто бы знает, что я за ней наблюдаю. Как я могу помочь тебе? Хорошо. Я помогу тебе. Апон ин пон лама хиен тил дум так мэй хи ало ланг тэя чута атармал камера бок хиен михин пиен анг так хи лоу лафу лэйн radio changchuan heta ka om hi aron ti ta heu maya arap om vedu khopang le anzo na te chu helai hmuna thla chuan aron chang chho tran ta ni in alanga tim hian athil hria chu atak ngei ani em ti chuan chirdu hmuna chuan che chu chu atum don ani Thank you.
Ладно, тепловизор теперь. Вой. Очень жуткий вой. Я не думаю, что что-то доброе может издавать такой звук. Друзья, мне сейчас очень жутко от ее голоса, но я так подумал, что нужно выяснить все до конца. Сейчас я сяду в лодку и попробую доплыть до середины болота. Ну, по крайней мере, там, где у меня установлены приборы. Сейчас, друзья, главное постараться найти, где я оставил прибор. К сожалению, я не оставил никакого света. Придется искать с помощью фонариков только. Больше всего я боюсь того, что говорят, что это существо утаскивало людей в болото. И я боюсь, что оно может как-то перевернуть лодку или сдуть ее. И я в итоге окажусь в воде. Такие мысли очень сильно пугают. Сейчас прибор не раздает звуков, значит, этой сущности рядом нет. Я сейчас не ослышался. Я будто бы слышал. Оно сказало: иди в воду. Оно точно хочет меня утопить, как и этих людей. Я не пойду в воду. Как я смогу тебе помочь в воде? Я не пойду в воду. Я знаю, что ты демон. Вы слышите? Оно где-то здесь. Очень близко. Черт! Черт! Блин, что-то лодку ударило. Сейчас. Черт возьми. Твою мать! Черт! Черт! Твою мать! Что происходит? Оно вот где-то возле лодки. Оно шатает лодку. Черт!
Chirdu muna azukal ka atil ti fulo ber ani ome. Atil zukton tekan atil lauve le meya. Apun in lama bok chun le le in amunitor te chu avil zui le tani. Chuta he til hi arun keng le tani. Все так быстро произошло. Как я понимаю, оно хотело напасть на меня, но лодка не дала мне это сделать. В эту воду лучше не вставать. И еще, возможно, я еще не проверял, может, мне показалось момент страха. Я увидел, по-моему, череп с волосами, и он начал двигаться. Она сказала: «Помоги мне, прошу тебя». Я знаю, что ты демон, и помощь тебе не нужна. Она молчит. Такая странная, пугающая тишина. Сработал прибор. Он сейчас лежит в лодке. Ударил тепловизор. Сейчас тень прошла. Что тебе нужно? Оно рядом. Мне нужно как-то перевести в ночной режим камеру. Я сейчас видел ее, когда камеру в ночной режим перевел. Она стояла там. Черт. Она сейчас в воде. Недалеко. Черт. Как мне это не нравится. Тимпо чуан, а ту куало вармел чуан. А тил зон ле, а тил чуй те чу, а ду ток тани ин аланга. Хе су ма хиян тарау суал, evil spirit, энг мо так чу, а ом ngay ти а чиянга. Чу тарау суал чуан, ми те тле мин, лоу ти буа ин, а ну на те хиял а лу лак сак та чи ни ин аланга ни. Helai muna hian nang ma in investigation nei in ikal ve ngamangem le thutluk na chu ikuta omro se.